Да мы когда бесты на авангарде, делаем рестарт, потому что они не подчиняются вот этим правилам авангарда, то есть... Типа И че, фишка в чем? Когда появляются бесты, а авангард считает, что это именно, как они называются, бестигоры и лучники. И в поле бывает так, что стоит херова туча лучников. И плюс у них, на них не действует это двойное здоровье. На них действует только двойной урон. Допустим, если авангард и двойная элита. Этот удар из-под коленки, он вообще не блокируется, так что можешь уходить сразу же от него, когда он его делает. А ему пофиг, уворачиваешься ты, не уворачиваешься. Местный. А, блин, у нас же твича нету. Местный. Сверху. Пулемет, блин. Это жесть, блин. Ты ему сколько, получается, 5 раз подряд в голову попал? Да, где так? А где у нас это? Шейду на бутылку. Да, ну, там аптека еще есть. Ну ладно, подлечусь. Ты серьезно, я блок поставил, ну ладно. Выполнили какую? Ну ладно. Короче, не разделяйся, а то не разделяемся, а то игра начинает генерировать много. Промазал. Не, голосование тут сейчас отключено. Видишь, никто не умер.
ударил его в морду сразу. Если мы бьем Минотавр, тут его убивали когда-нибудь Минотавр? Вы сзади пошли. Ну вот классика. Одного бомжа сзади. Оружие. Ой, оружие. Зелье. А влево уворачиваться надо. Особенно от пака. Ну это со всеми работает, но на паке это 100% уворот. Вылечить его? Ну да. Блин, а что я пытаюсь взять? Он жизнь не спас. Chaos warrior, work together! A cruel way to treat them. The poor trees are screaming. Can you not hear it? Возьмем сейчас грим, но у нас будет жизнь. Говнюк. Ну конечно, да, блин. Без твича это очень спокойно. Точно, грим надо взять. Ну да. Ну это на Бардина. Мы его не потащим. Не, ну это понятно, что не обязательно. Сейчас погодите, я это немного тут давану. Нет, ты берешь грим, я у кого нет должно. Берешь грим, чтоб было это пассивное, потом кидаешь его сразу. Да я понимаю эту механику. А ну, Бардин, давай сюда силу. Там один, если что. Залетел так. А, ну скажем так, с книгами это не то, что правильно. Это вот когда ты начинаешь играть в игру, да, и чтобы у тебя выпали более хорошие сундуки, которые тебе могут выдать более крутую шмотку. В этом случае, да, тебе нужно собирать эти книги и все такое. А если ты уже наиграл, и тебе как бы по барабану на это все, ну, на эти, как его... топовые красные вещи, то это уже по желанию, скажем так.
А то, что кто-то говорит, что это делает игру более сложной. Ну, с одной стороны, да, ты не можешь юзать, допустим, там... как его? Ты не можешь юзать те же самые бутылки, некоторые персонажи не могут юзать, это да. Ну и хилку нужно, скажем, каждый раз подбирать, если что. А так для... именно для самого геймплея смысла как такового нету. Твою мать. И серьезно, ты не сдох, спасибо. А, это Бардин убил. А, ну я тебе скажу так, когда ты заходишь на двойную элиту, и как там называется, авангард двойная элита, тогда вот игра точно становится командной. Ну и соответственно, нужно заходить именно сыгранной командной. А если ты идешь так, ну, как сейчас мы, ну грубо говоря, а кто более-менее из нас сыгран, это мы с Амбитом. Это да. Алло, алло. Привет. Ага. О, ты вернулся? А, у нас этот, как его, Бардин свободен и Сиена. Да. Вы еще ну, будете еще катать? Я еще катать, что точно сыграю. Уговорили. Ну, по факту, можно сегодня уже добить эти карты. Остается еще две. Хеллскорч и отель Йенлуй на этом крубере. Ну, мне, чтобы на крубере открыть там косметику. Там и косметика, и картины, которые дают за это, за полное DLC. Да сдохните. Не знаю насчет Твича. Олежа, кинь пригласик, пожалуйста. Сейчас. У нас пока это напряженный момент. Да, да, потом... Блин, козлы вылезли. Да вы серьезно? Да. Твою мать, сейчас гнома... Так, если сейчас это как его прикроете, кину. Так, бляха-муха, где это? Найти у нас вот. Пригласить в лобби, да, все. Че, погнали. О, где? Где? Так. Где там это? А, ну понятно. Thank you.
Соединение разорвано. Я еще раз попытаюсь присоединиться к Амбиту. Ну что вы тут такие козлы лазите? Тушеночка. Охереть, они там вдвоем вылезли. Я, короче, смотрю, блин, ты подходишь к этому, к Хауситу, ультануть. И тут из-за угла такие два засранца вылазят. Да, я у вас книгоходец в чате, ебать, прикинь, да? Это кого имеешь в виду? Вон, смотри, подожди. А почему вы не хотите играть правильно с книгами? Книги — это механика усложнения игры. Это что, блин? Это реально механика усложнения игры? Да, правда, да, ебать, это экспертное мнение, нахуй, еще одного книгоходца. Скажем так. Я вот не пойму, или это может быть просто стёб, ну как вариант, либо это... Бротик, заебал это Бротик, отнеси к нему с уважением, это книгоходец, блядь, это же смешно. Они больше книг ничего вообще не могут делать. Смешные, ребята. Костян, воткнись, нихера кроме своей двойной элиты авангард нихуя не умеет. Да, ну ты чё, конечно, простите, давай. Простите меня, простите. За механики игры вообще не шаришь. Да, не шаришь. Что такое вообще, чтобы здесь... Да, да я ничего не говорю, всего лишь Warpfest превратности, войны с двойной элитой, лишение внезапной смерти, да, ничего не сделают. Ну хуйня, ебать, Twitch Warpfest у нас, конечно. А там книгоходцы со своими книгами ебутся на Кате, не могут их донести. Книги собирать научились, играть его не дано, хули. В принципе, там... Бротика выебали, на ебут, блять, как только стрим начался, еще ни разу кату не прошли. Я ему написал. Стрим Бротика идет? Там пизда просто, кату не могут пройти, я вообще, там книги просто, это забей. Книгоходцам привет, нахуй, ебать. Я ему написал, за Доню косарь, если огненная баба. Кого ебать нахуй, ты чё? Ну блин, разработчики много чего должны были сделать, по идее, но нихера не сделали. Ну, реально. Разработчики должны были вам в карманы больше гримуаров насувать, чтобы вы вообще там от знания охуели. Вот и все, единственное, что они должны были сделать. Получается, дополнительную способность каждому персонажу брать два гримуара, да? Да. Один гримуар в карман, другой в жопу. Знаешь, как зоновский бардачок. Вот. Но это для книгоходцев специально эта профессия должна была быть. Анбит, одного не могу понять, почему у меня у тебя пинг за 150? Это неудача. Не, мне кажется, неудача, там просто у него пути не проходят. Ну, Илюхи... В Японии же. У Илюхи пути поменяли тогда, у него просто у меня пинг был 150, а потом пути вернули, что проходит через меня, и пинг был у него, ну, стабильный 50, нормально. Костя... Опять бараны полезли. Чё разработчики там? Не могли сделать мод, я не знаю, или дополнение, что когда поднимаешь гримуар, там написан бил или совет. Ты поднимаешь фолиант, на одном фолианте билд. И ты открываешь все билды, короче. Я тебе одно скажу, все билды мы прекрасно понимаем, где находятся. Все самые топовые. В
была бы библиотека с билдами, Шук 100, допустим. Да, там уже есть библиотека карте. С билдами. Гаус, Крубер, ебать, нахуй. Нет, в игре. Куркирка, гном, блядь. Чтобы гном, люди хотели поднимать их. Так, а, блядь, так его хотят же поднимать, понимаешь? Они же говорят, что это скиллуха, ебать. Ниже так там... еще, чтобы больше их, поднимать. Их ебут на любой нестандартной ситуации, но зато, когда книгу поднимают, они прям смотрят на нее и говорят, блядь, ебать, я скилловый, нахуй на следующей волне ее сливают, блядь. На обычные причем. Там лишь урон этим бомжам. Конечно, ты что, гримуар вообще защищает от всех видов урона в игре. И можно. Фолиант вообще там пизда, я тебе говорю, просто 10 фолиантов на себя, гримуары на руки, все, фулбук, философии хули у нас на канале. Смотри, там специально для бротиков, вот таких вот как здесь в чате есть, вот там специально для них это все сделано. А есть билд с факелом? Билд с факелом есть. Билд с факелом? Не, билд с факелом только бротики могут. Нет, да, есть билд фаб факелы, но это закрытая информация. Хотел бы увидеть, как среди факелов на твиче работает. Когда вдруг появляется такой бротик, книгоходец, ты ему просто говоришь, вот тебе, братан, фулбук философии, там как раз изображен ты, и специально это видео для тебя, чтобы бротик просто, ну, осел сразу, тебе говорю, там специально для них маслом намазано. Авангард, двойная элита, фулбук без сопротивления проклятию на проточном портале, то, что они в жизни вообще не сделают в своей, поэтому а, просто блин, погоди. Ебать, сосать. Знаешь что, Катян, можешь сейчас это, если не трудно, скинуть ссылку. В это? Да, ссылку, я да. Просто потом ее к стриму там прикреплю. Да, да, скажи специально для бротиков книгоходцев, которые сосут хуй на каждой волне со своими книгами. Ну а чё, по факту ебать. Это, в рандомный катаклизм как не зайдешь, там такой бротик без спроса книги берет, даже не интересуется, нужны ли людям книги или нет. Похуй, берет и на следующей волне сливает эту же книгу. Стабильность хули ебать, залог успеха, ёпта. Сейчас. Бизнес наше все. Сейчас я скину. Лидер закосить пытается тролля. Да? Он орёт, короче, не могу сюда заходить. Так, все, скидываю. Давай я тебе в чат прям бросаю. Бротик, наверное, как раз таки сразу ох, посмотрит. Блин. Так. Такие красавчики вот эти типы. Для бротиков. Ходи, ходи. Для бротиков. Так, подожди, как даже написать-то, чтобы ну прям говорящее название было. Уйду в реген, кусок говна. Давайте этих козлов сейчас всех это тут оставим. Для бротика, для бротика. А вы что, без твича, пацаны? Сейчас, да. Да ну, выебал он раза три или четыре подряд на этой карте. Угу. Вы решили отомстить, короче, ну, ребят. Да? Ну, ребят. Да хорош тыкать Круберу в задницу рапирой. Ну, ребят, ну вы что, ну что за дела? Она проходит. Анимация проходит. Короче, слышь это. Анимация входит и выходит. Да. И книжный пробег, это фулбук философии там.